Снежные сугробы в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной впечатляют. Островок зимы ярко контрастирует с осенним пейзажем. Работа по оснеживанию парка только началась. Обеспечить зимнюю сказку на Лазутинке помогает специальная система снегогенерации. В народе просто снежные пушки. Жители округа соскучились по снегу и лыжному спорту, поэтому, как только температура воздуха стала подходящей, сотрудники парка приступили к делу. Все зависит от погодных условий. Сейчас мы поставили себе задачу минимум выполнить первый этап. Это снежить 600-метровый круг, чтобы могли уже люди кататься здесь. Ну а дальше у нас в планах выйти на 3 километра. Если будет, опять же, позволять погода, если будет соответствующая температура, то вполне возможно, что мы эту задачу осилим. Для снегогенерации необходима совокупность многих параметров. Учитывается и атмосферная влажность, и температура воздуха. В идеале ниже минус 3. Но даже если в ближайшие дни немного потеплеет, трасса выдержит. Искусственный снег более устойчив к температурам и остается даже при плюс 5. Мы вчера были еще первый раз, тут солнышко было, вообще было классно, нам очень понравилось. И сегодня вот тоже пришли с ребенком, пока каникулы, решили прогуляться. Очень ждет снега, поэтому с удовольствием сюда пришли. Здорово, вот дети веселятся, и на самом деле вот уже чувствуется приближение праздника Нового года, когда столько много снега. Уже хочется. Хочется снега, хочется лыж, коньков. Работы еще не завершены, но посетители парка не могут обойти стороной зимний островок. А гулять здесь до завершения работ небезопасно. Пока это, наверное, не совсем безопасно, с учетом того, что работает техника, работает персонал, но я надеюсь, что к следующей неделе мы уже вопрос закроем, и можно будет приходить всем желающим кому-то покататься на лыжах, кому-то просто погулять и насладиться вот этим контрастом между снегом и листвой. Сотрудники парка устанавливают заградительные ленты и проводят беседы с посетителями. Администрация парка настоятельно просит их воздержаться от прогулок по заснеженной территории до завершения работ. Ждать осталось совсем недолго. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».